Уважаемые пассажиры, подвергайте правилам безопасности на железной дороге. Не оставляйте детей без присмотра. Держите парочку или на руках. Наушники и капюшон могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Увидите детям, что проезд снаружи вагона смертельно опасен и запрещен. Будьте внимательны, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Следующая остановка – Пролог 5.